Всех приветствую из Одессы. 19 февраля 2023 года. Мы с вами у Черного моря. Сегодня в Одессе просто шикарная погода. Светит солнышко. С утра немножко так было солнышко, потом немножко нахмарило. Вот сейчас 12 часов. Погода просто замечательная. Весенняя. Людей так много вышло на улицу гулять. На трассе здоровья, по набережной гуляют. А Золотой берег вообще там не пройти. Очень много людей. Ну, почему бы нет? Выходной, воскресенье. Погодка шикарная. Обстановка спокойная. Была у нас сегодня тревога. Буквально недолго. Я так и не понял, какая причина, потому что один источник информации сообщил о том, что угроза пуска ракет с Черного моря. Другой источник информации сообщил о том, что угроза удара баллистическими ракетами. Вот, но ни того, ни этого не было, поэтому все хорошо. Так что в Одессе сегодня шикарно. Во всех смыслах этого слова. А море сегодня просто необычайно красиво. Я уже с утра показывал в предыдущем видео. Цвет просто необычный, особенно местами такой. Непонятный даже, лазурный, не лазурный, голубой, не голубой, не знаю даже, как его назвать. Но красота неописуемая. Посмотрите, как сегодня классно. Все, уже в Одессу пришла весна. Всем хорошего дня, подписывайтесь на канал. До встречи, пока.